Сегодня знакомимся с настольной игрой «Шатайка». Давайте заглянем в коробку, чтобы понять смысл игры. 44 пластиковых кирпичика, 2 опоры сосновой, 2 мастерка и 1 фигурка. Инструкция по сборке изображена на задней части коробки. Попробуем собрать. Теперь попробуем сыграть и не развалить стену. Игра подойдет для 2 игроков старше 5 лет. Участники игры по очереди вытаскивают кирпичики со стены. Проигрывает тот, у кого упадет фигурка. Такие игры помогают развивать у ребенка концентрацию внимания и усидчивость, а также позволяют весело проводить время в кругу семьи и друзей.